Приветствую вас, и что ж, постараюсь последовательно разобрать все ваши проблемы, которые вы описали в своем тексте. На самом деле, проблем таких глобальных, так сказать, проблем по сути у вас получается две или три. И первая проблема — это то, что, собственно говоря, вы хотите, чтобы ваша дочь вами гордилась. И вы увязываете ее гордость, ее восхищение вами с достижениями, которые вы можете или могли бы осуществить. То есть вы считаете, что если определенных высот в жизни вы добьетесь, определенных целей достигнете, то тогда ваша дочь будет вас любить, ваша дочь будет вас превозносить, гордиться вами и так далее. Ей не будет стыдного того, что у нее такая мама. И вы знаете, говорить о том, что ваша позиция ошибочна, мне бы не хотелось. Говорить о том, что вы развиты дело, осознавая, что ориентироваться на чужие мнения нехорошо, осознавая, что каждый из ваших родных по сути дела советует вам только то, что ему кажется правильным, но не вам. Осознавая все это, вы, тем не менее, все равно ориентируетесь на мнение, теперь уже мнение своей дочери. Но ведь дочь в этом контексте такой же человек. Такой же человек, как и все остальные ваши родные. Может быть, вам это будет неприятно, может быть, вы не согласитесь с этим, но тем не менее это так. И действительно, немножечко пройдет времени, и она может так же, как и все остальные, говорить вам, что нужно делать, куда нужно стремиться и так далее. Но в этом контексте, в контексте социальном, а когда человек говорит вам, что вы должны делать, это именно социальный аспект. Так вот, в этом контексте человек ничем не отличается от других, и ваша дочь в том числе. Поэтому ее мнение на счет того, что вам нужно делать, ее гипотетическое мнение насчет того, что вам нужно делать, ничем не отличается от других, и прислушиваться к нему не нужно. То есть, если мы с вами пришли к выводу, пришли к осознанию того, что чужое мнение родных, там, да, вашего мужа и так далее, это иллюзорно, что люди стремятся вас подчинить себе, чтобы вы были либо такой же, как они, либо чтобы вы делали то, что они вам сами запрограммировали, то ваша дочь в этом контексте, она занимает просто еще одно место. А какое же место ваша дочь занимает правильно? А место ваша дочь занимает правильное в детско-родительских отношениях. И гордиться она вами, любить вас, восхищаться вами будет тогда и только тогда, когда и если вы будете относиться к ней уважительно, бережно, искренне, с любовью, заботиться о ней и вместе с тем быть подругой. Чтобы она видела вас как свою опору, как своего друга,
как понимающего человека, как человека, готового принять ее любовь и помочь ей. Всегда помочь ей, если ей нужна помощь. Как человека, который никогда не отвернется от нее. Вот именно так вам нужно воспринимать свою дочь. И никакое материальное положение, никакое социальное положение, ничего абсолютно. А все это дело не заменит этого отношения, этого видения ребенка и последующего будущего взрослого человека. Яркий пример тому миллионеры, нефтяные магнаты и так далее, сыновья и дочери которых не переваривают на дух твоих родителей. А ведь с вашей точки зрения, с той вашей точки зрения, которую вы приводите, они, по идее, должны им восхищаться и говорить, что они, что их родители очень достойные люди и так далее. На самом деле это не так. Как видите, дети богатых людей, как правило, своих родителей ненавидят. Почему? Потому что они не уделяют им внимания. Потому что даже те крохи времени, которые родители посвящают детям, это крохи вымученные, это крохи высокомерные, лицемерные, ложные, неискренние. С ребенком не нужно проводить много времени, чтобы иметь с ним хорошие отношения. Но то время, которое вы с ним проводите, нужно отдавать ему, посвящать ему полноценно. Это очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя в центре внимания, вашего внимания. Но в то же время нужно давать ему возможность делать самостоятельно что-то. Самостоятельно принимать решение, самостоятельно делать выбор и так далее. И тогда ребенок будет вас не только любить, но и уважать, ценить, что вы позволяете ему быть собой. Другое дело, что вы сомневаетесь в себе. Вы сомневаетесь в себе, сомневаетесь в том, что ребенок будет вас как-то обвинять, что-то вам говорить, потому что все остальные люди так делают. И здесь вам нужно понять, что вы находитесь в разных социальных взаимодействиях. Со своим ребенком вы находитесь во взаимодействиях одних, а со всеми остальными вы находитесь во взаимодействиях других. И если родные люди воспринимают вас в контексте каких-то обязанностей, в контексте каких-то моментов, в контексте каких-то там планов на будущее и так далее, то ребенок любит вас безусловно. И если вы будете относиться к нему соответствующе, эта безусловная любовь к вам сохранится. И он будет ценить вас за то, что вы даете, дарите ей эту безусловную любовь. Этот момент очень важен. Только так можно добиться того, чтобы ваш малыш, ваша девочка, ваша дочь уважала, любила и ценила вас. Ни работой, ни успешным, ни успешной карьерой, ни обеспеченным материальным положением, но отношением, лаской, любовью и справедливостью. По сути дела, справедливость. Вот что основное и главное, что вам можно дать своему ребенку. То есть ощущение и понимание, что если малыш сделал что-то хорошее, он получил поощрение, похвалу. Если сделал что-то плохое, то нет, он не получил наказание. Нет, к нему не применяли насилие. Но явно высказали недовольство, как бы поставили вовне своего круга. Это очень больно для ребенка, это очень неприятно, когда он чувствует, что вот он имел раньше доступ
скажем, круг взрослых, а теперь не имеет. Для него это очень болезненно. И это гораздо болезненнее, чем, например, вставить в руку, бить ремнем и прочее. То есть этот момент, я надеюсь, вам понятен. Следующее, о чем вы очень много пишете, это значит то, что вы только успокоились, пришла ваша мама и начала вам говорить про работу программиста. Ну что же, здесь момент вот какой. Вы думаете, вы опасаетесь, вы боитесь, работу вы не найдете. По-моему, об этом мы с вами уже говорили. Работа – это средство реализации самой себя, самореализации. Пока что вы занимаетесь не самореализацией, а реализацией чьих-то желаний. Другие люди приходят и говорят вам: вот, есть такая работа, вот, есть другая работа, вот, есть третья работа, и вы мечетесь. Вы говорите: я не могу, у меня нет времени подумать о том, что же я хочу. Я постоянно мечусь. Вы знаете, я думаю, что не нужно много времени для того, чтобы осознать то, что вам нужно. В принципе, можно за пару дней, за неделю это, в принципе, осознать. И поверьте мне, за неделю ничего страшного не произойдет. Такого, что как-то повлияет кардинально необратимо на вашу жизнь. Но сделать это нужно. Потому что от вас постоянно все чего-то требуют. А вам кажется, что вы, если не будете работать, то будете пустышкой и не имеете права на то, чтобы что-то там делать на отдых и так далее. Проблема заключается в том, что вы сейчас сами извели себя этими мыслями настолько сильно, что вы, уже не работая, по сути дела, устали. Еще раз повторю. Если любимые и родные люди требуют от вас, чтобы вы работали, чтобы вы сами обязательно что-то делали, то, простите, это не родные и не любимые люди. Это люди, которые стремятся вас использовать. Вам нужно иметь самостоятельно иметь желание что-то делать. Обычное желание что-то делать у вас есть, хорошо. Но вы же не можете, например, пойти сразу на, там, допустим, какую-нибудь специальную должность. Нет. Нужно определить ваши способности, определить ваши склонности, определить ваши навыки, чтобы понять, что у вас лучше всего будет получаться. Что у вас лучше всего может получаться. Вот это ключевые моменты. И для этого вам нужно самой прикинуть, какие у вас есть сильные стороны в плане деятельности. Вот вы пишете, что хотите быть парикмахером и постоянно недовольны своей работой, хотя другие довольны тем, что вы делаете. Вы знаете, хотелось бы открыть вам небольшой секрет и сказать, то, что вы недовольны своей работой, это очень хорошо. Очень хорошо. Потому что когда человек недоволен своей работой, он стремится сделать ее лучше. И если он будет стремиться делать ее как можно лучше, то другие люди всегда будут довольны той работой, которую человек делает. А это означает, что для человека нормально испытывать недовольство своей работы. Если человек доволен своей работой, он достиг своего предела, достиг потолка, он не развивается и, соответственно, начинается деградация.
Не уверен, что вы хотите этой самой деградации. Не уверен, что вы хотели бы начать терять клиентов. А значит, нужно всегда иметь недовольство своей работой. Но недовольство своей работой обращать на пользу, обращать в положительное русло, то есть в данном случае для стремления сделать ее как можно лучше. И тогда мы приходим к выводу, что испытывать недовольство своей работой – это абсолютно нормально. Особенно если вы делаете какую-то такую работу с творческим, так сказать, наклоном, да, то есть, вот, например, стричка. И в этом контексте вам не нужно проходить даже обучение, потому что вполне возможно, что вы пройдете обучение, вы ощутите, что вы действительно там овладели какими-то навыками, что вы действительно эти навыки хорошо знаете, и теперь вы будете уверены в том, что вы будете делать. И на самом деле та душа, та индивидуальность, тот уникальный подход, который вы демонстрировали своим клиентам, он уйдет. Он уйдет. Уйдет, потому что вы будете чувствовать, что вы уверены в себе. Уверенность в себе – это хорошо, но уверенность в себе всегда имеет еще и недовольство тем, что вы делаете, если работа творческого плана. Значит, недовольство можно обращать как силу, да? То есть, вот, смотрите, какая получается ситуация. Вы недовольны тем, как вы работаете, но при этом это можно считать недостаток. То есть, недостаток, то вы недовольны. Но это значит, что в следующий раз вы сделаете лучше, верно? Верно. А значит, клиент будет доволен. Вот и все. Это очень важный момент. Постарайтесь его обязательно для себя уяснить и всегда про него помнить. Что же касается работы программистом, что же касается вообще всех остальных любых работ, которые вам предложат, то здесь ситуация такова. Родственники, если действительно вас любят, принимают вас такой, какая вы есть. Им не нужно, чтобы вы работали обязательно. Они изначально, по идее, при прочих равных условиях, и так ценят вас и любят. Если этого не происходит, то никакая работа не поможет вам добиться уважения. Никакая работа не поможет вам стать равной, потому что всегда найдут они к чему прибраться. И самое правильное, самое главное, самое ключевое, о чем нужно сказать, это то, что вы и так делаете очень много. Вся работа по хозяйству, вся работа по дому, вся работа с дочкой и так далее. Все это тоже работа, это тоже ваша ответственность, это тоже ваша обязанность, это тоже ваш долг. И это не менее, а то и более важный труд, чем тот, что вы делаете, могли бы делать за, например, деньги. Поэтому не нужно в первую очередь недооценивать то, что вы делаете. Не нужно в первую очередь обесценивать то, что вы делаете. Всегда есть, всегда нужно помнить, что есть люди, могли быть такие люди, вполне могли быть, которые не делают и этого тоже. Они не делают и этого, и того, что вы сами того, что вы сами добровольно, так сказать, осуществляете. Вот этот ключевой момент. Это то, о чем вам нужно помнить. Дальше. Понимаете, в чем дело? Вы говорите, что вот когда вы работали на престижной работе, муж вам говорил, что
Значит, ему нравится, что у вас там статус, что у вас престиж, что у вас место хорошее, но вы уволились, потому что испугались трудностей. Вы знаете, я думаю, что вы уволились потому, что чувствовали, что это не ваша работа, это не ваше место. Вот вы устроились, поработали немножко, поняли, что это не ваше, поняли, что вам будет тяжело, поняли, что для вас это место не подходит, несмотря на то, что оно престижное и там хорошо платит. И вы ушли. И это ваше право. Ваше право уходить с того места работы, которое вам не по душе, которое вам не нравится. Еще раз повторюсь. Только вы своими навыками, своими интересами определяете то, чем вы будете заниматься, то, на что вы будете тратить свое время, свои силы, свою энергию и так далее. То время и энергию, которую вы, например, могли бы потратить на ребенка или на себя саму. Это выбирать только вам. Другое дело, что вы ставите в зависимость. Вы ставите в зависимость наличие работы и вашей успешности среди других людей, то есть оценку. Еще раз вам напомню, что никакая успешность, никакая работа не поможет вам обрести признание среди людей, если эти люди изначально не настроены на то, чтобы видеть вас в вас равного себе. Ну, потому что вы и так выполняете важные обязанности, и они этого не оценивают. Значит, не смогут оценить и того, что вы будете делать дальше. Что бы вы ни делали, они не смогут этого оценить. К сожалению, это вам даже нужно обязательно помнить. По поводу того, как вам найти, значит, свое место в жизни, по поводу того, как вам, значит, понять, что же все-таки ваше и что вы хотите делать в будущем. Я думаю, что даже если вы разведетесь со своим мужем, вам нужна такая работа, которая бы доставляла вам удовольствие. Именно вам. Которая бы позволяла вам полностью раскрываться не только как деловой субъект, но и как человек, который находится на своем месте. То есть, чтобы вы вкладывали душу в работу. Для этого нужно выбрать вам ее самостоятельно. И до тех пор, пока вы будете ориентироваться на мнение других людей, до тех пор, пока вы будете пытаться перенять их точку зрения на себя, до тех пор, пока вы будете ставить условия самой себе, до тех пор, пока вы будете стараться стать лучше, чем кто-то, а не самостоятельно для себя определять эти условия прогресса. То есть, на данный момент то, что вы делаете, подчинено тому, чтобы вызвать благосклонность у тех, кто вас окружает. При этом вы игнорируете то, что для вас, собственно, само является важным. Соответственно, это неправильно. Спросите себя, что для вас хорошо, а что плохо. Какие у вас ценности? Что для вас важнее всего? Какие у вас идеалы? У вас, не у других, только у вас. Задайте себе этот вопрос. И исходя из этих вопросов, начинайте двигаться. Применяйте эти ответы, эти идеалы, эти ценности во всем, что вы делаете. И проблема, и одновременно парадокс, и одновременно противоречие, и одновременно нормальность в том, что у каждого свои идеалы и свои ценности. И каждый человек переносит их на свою деятельность. Именно поэтому мы имеем такое многообразие людей.
А это, а вы стремитесь быть похожей на всех и на каждого, то есть стремитесь раствориться среди людей. Стремитесь раствориться в их мнении пока что, сейчас. И это является вашей главной ошибкой. Не нужно так делать. И не нужно ради кого-то, для кого-то стараться так, ну, стараться поступать определенным образом. Только то, что вам нужно, только то, что вам нравится, только то, что вы сами считаете для себя приемлемым, правильным и так далее. А люди, люди будут уважать вас только за то, что вы будете оставить свое мнение. Люди будут считать, что вы достойны только в том случае, если вы будете стремиться и осуществлять то, что вам лично нравится, что вы сами посчитали нужным. Сами, а не кто-то другой. Дальше. Теперь можно сказать о том, что вы неоднократно уже писали, и я тоже об этом говорил, что вы не имеете права, по вашему мнению, отдыхать, если не работаете. Вы не имеете права, по вашему мнению, посидеть, принадлежать себе, если вы не работаете. Хорошо. Допустим, так. А сколько тогда времени вам нужно работать, чтобы, ну, получить это право? Право отдохнуть, право там побыть наедине с собой. Сколько? То есть получается, что вы обязаны совершить ряд действий, которые послужат пропуском к определенным правам. Это само по себе делает вас более ущемленными в правах, чем другие люди. Потому что у других ничего такого нет. И знаете, откуда такой взгляд? Знаете, откуда такая схема пошла? Такая схема пошла из детства. Такая схема пошла из отношений к маленькому человеку. Вот давайте на примере вашей дочери и попробуем это разобрать. Ну вот вы говорите, нужно обязательно работать, чтобы иметь право на отдых. Хорошо. Значит, что получается, ваша дочь сейчас не имеет права на отдых, потому что она не работает. Она не приносит пользу. Она не имеет права быть наедине с собой, не имеет права играть. Так? Думаю, что нет. Потому что вы понимаете, что она маленькая. Хорошо. Рано станет повзрослее, она будет учиться. Учеба это вообще одно сплошное отнимание денег и времени. Как для родителей, так и для самих обучающих. И что? На время обучения человек тоже не имеет права отдыхать. Отнюдь имеет. Почему? Потому что человек учится, чтобы потом что-то делать. Хорошо. Вот человек выучился и пытается понять, чем он хочет заниматься. Он что, в этот момент не имеет права на отдых, потому что он выбирает? Только потому, что человек выбирает, чем он хочет заниматься в жизни, он, по-вашему, не имеет права на отдых. То есть получается, что когда ваша дочь вырастет и будет подростком, будет молодой девушкой, она будет выбирать, чем она будет заниматься после, например, университета. И она не будет в это время иметь возможность отдыхать. Она не будет иметь возможность гулять, по вашему мнению, проводить время там с друзьями и любимым мужчиной, потому что она еще не определилась с работой. Так, по вашему мнению? Я думаю, что нет. Потому что вы понимаете, что это условие, мягко говоря, абсурдно. Человек имеет право на досуг всегда.
В любом случае, при любом раскладе, исключение составляет только его затяжная, осознанная пассивность. Когда человек осознанно, целенаправленно не хочет ничего делать полезного для других людей. Если человек хоть что-то полезное делает, хоть что-то, хоть что-нибудь, он имеет право на абсолютно полный перечень досуговых мер. Но мы почему-то у себя это отбираете. Почему отбираете? Потому что ваша мама воспитывала вас в постоянной работе и постоянной идеологии, что нужно работать, только работая можно чего-то добиться. Но отношения с вашей мамой мы разбирали. И вы, я надеюсь, поняли, что вашей маме не было другого выбора. Она действительно, не имея возможности ни на кого положиться, была вынуждена работать, работать за двоих, за троих, чтобы как-то выжить. И она это же передала вам. Передала, потому что считала, что так она вас защищает. Наверное, она и сейчас думает, что защищает вас, предлагая вам работу программиста. Например, устроить вас на работу, чтобы вы делали хоть что-то, чтобы вы приносили пользу. Да, с ее точки зрения это действительно польза, когда человек работает. Но это ее точка зрения. Ее, продиктованное ее воспитанием, ее жизнью, но не вашей. К вам, ее ценности, как к новому поколению, более молодому поколению, совершенно неприемлемо. И потому вашу маму не переубедить, ей не объяснить, что работа, по крайней мере, любая работа, лишь бы работа, это неприемлемо, это непродуктивно, это неправильно. Это убивает всяческую не только инициативу, не только творческий подход к работе, но это убивает и желание. Это убивает любовь к работе. Вашей маме это не объяснить. Не объяснить, потому что она человек своего времени. Оставьте ее, да. Позвольте ей быть собой. Позвольте ей оставаться тем, кто она есть. Позвольте ей продвигать свои идеи, свои цели, свои там желания и так далее, но это не есть правильно, это не есть истина. Истина, особенно в рамках современных ценностей, это безусловно. Человек безусловно в силу своего рождения имеет право на существование, имеет право на жизнь, на отдых и на досуг, и на развлечения. Просто потому, что он есть. Просто потому, что если человек не будет получать этого, у него не будет стимула работать. И у вас стимула работать нет именно потому, что вы считаете себя недостойной. Ведь если бы вы чувствовали себя свободной, то вам бы самой захотелось бы работать. Вам бы самой захотелось бы действовать, захотелось бы куда-то стремиться. Вы были бы вольны выбирать. Но поскольку вы сами заключили себя в клетку страха, в клетку прислушивания к другим мнениям, которые всего лишь мнения, субъективные, эмоционально окрашенные, корыстные, вы не можете этого сделать. И поскольку сколько людей, столько и мнений, то вам придется каждое из этих мнений учитывать, а это невозможно. И осознавать, да, это противоречие. Далее. Вы пишете продолжение текста, что вы испытываете много противоречий, вы опасаетесь того, что ненормально, менее болезненно, менее эмоционально реагировать на какие-то неурядицы, на какие-то проблемы и так далее. Значит, первое.
Первое заключается в том, что противоречие – это неотъемлемый атрибут человека вообще. Абсолютно у каждого есть противоречие, абсолютно у каждого есть разногласия. Именно противоречие – двигатель прогресса. Именно противоречие. Именно неудовлетворенность, отсутствие каких-либо благ и наличие этих самых благ вообще и стимулирует развитие человека. Стремление жить комфортнее, стремление получить что-то, стремление чем-то завладеть, стремление что-то освоить и так далее. Именно противоречие двигатель прогресса, двигатель любого развития. Поэтому то, о чем вы говорите, это абсолютно нормально. И вы абсолютно нормальный человек. Со своими противоречиями, со своими парадоксами, со своими сомнениями и разногласиями. Это нормально. Просто так же, как когда мы говорили о недовольстве своей работы, вам эти противоречия нужно обращать в положительное, в конструктивное русло. А именно, направлять энергию от них в сторону деятельности, в сторону развития, в сторону прогресса своего, а не думать о том, нормальный вы или нет. На самом деле ненормально, когда у человека отсутствует противоречие, ненормально, когда у человека нет никаких конфликтов, ибо это означает отсутствие этого самого прогресса, а значит деградация. Дальше. По поводу того, что вы пишете, перестали переживать из-за какого непорядка, из-за какого-то конфликта и недопонимания. Это также совершенно нормально, потому что играет свою роль защитный механизм сознания. Когда непорядок и конфликт происходит постоянно, к этому привыкаешь. К этому привыкаешь, и эмоциональная вовлеченность в это уже гораздо меньше. На самом деле, подобные ситуации воспринимаются как типовые, то есть как еще одна, такая же, обладающая определенным набором характеристик, которые являются вам знакомыми. Именно характеристики, именно близость этих характеристик и определяет, что вы меньше переживаете. Так что это тоже абсолютно нормально. Далее вы пишете, что боитесь умереть. Боитесь, что с вами что-то случится. Здесь я, пожалуй, хочу вам сказать так. Вопрос страха смерти, он немножечко философский. И поэтому о нем нужно говорить. Поправка на философию. Во-первых, что такое смерть? Смерть — это то, что человеком в принципе осознаться не может. Осознаваться невозможно. Невозможно осознать то, что является смертью, потому что это находится за гранью жизни. Человек — это то, что воспринимается исключительно в контексте жизни. Мы боимся смерти лишь только потому, что не знаем, что там за гранью, что там дальше, за гранью жизни. Но в действительности там находится нечто, не являющееся ничем тем, что мы себе представляем. В действительности смерти нет ни боли, ни какого-то дискомфорта, ни пустоты, как там обычно говорят, ничего. Смерть — это нечто принципиально иное, что мы осознать не можем. Там кончается человеческое восприятие, там начинается что-то принципиально другое. Принципиально настолько, что мы даже представить, вообразить себе не можем, что это значит. А это, в свою очередь, означает, что смерти нет, ничего страшного. Потому что страх
это тоже человеческая черта. Страх – это тоже проявление жизни. Мы боимся умереть, потому что мы боимся уйти. Мы не знаем, что там. Мы боимся, что это что-то будет неприятным. Но в действительности это не может быть неприятным, потому что приятное и неприятное – это опять-таки порождение человека, порождение жизни. А смерть – это нечто совсем иное. Вот и получается, что мы боимся не смерти как таковой, а страха смерти. Знаете, наблюдается очень парадоксальная вещь. Мы боимся не смерти, потому что мы не знаем, что это, а мы боимся представления о ней. Мы боимся образа смерти, потому что это все, что мы о ней знаем. А что мы о ней знаем, если так подумать? Мы знаем о ней только то, что человек умирает, он перестает жить, и все. Но больше про смерть мы ничего не знаем. И тем не менее мы ее боимся. И так получается, что это страх неизвестного. Смерть – это, ну, это, наверное, первичный страх неизвестности. То есть его можно приводить в пример, когда говорим о чем-то неизвестном, непонятном, чуждом нам, человечеству. Соответственно, что есть страх смерти? Страх смерти есть принятие чужих представлений о смерти и ассимиляция их со своими взглядами. В действительности это неправда, это неправильно. Потому что разные люди, разные религии, например, смотрят на смерть по-разному. Вот, например, Будда говорит, что душа перерождается. Христиане считают, что душа человека попадает в рай или в ад. Но она в любом случае бессмертна. Но даже если так, даже если есть ад или рай, даже если есть перерождение, то это все равно не осознаваемое человеческое сознание. Нужно просто понять, что все страхи, которые мы испытываем перед смертью, это по сути представление о ней в рамках человеческого сознания. И поскольку человеческое сознание не способно осознать смерть, то эти страхи не более чем жалкие попытки. Попытки как-то описать то, смоделировать то, что смоделировать в принципе нельзя. Вот получается, что мы чувствуем себя, знаете, маленькими людьми, стоящими у подножия огромного здания. И это здание настолько велико, что мы думаем, да перед нами ничего нет. А в действительности мы находимся перед крупицей, частичкой этого самого здания. Для примера попробуйте представить себе галактику. Ну, просто галактику. Представьте себе галактику, которая постоянно расширяется, которая настолько велика, что человеку осознать величину этого просто невозможно. И вот тогда вы сможете понять, что нельзя бояться того, чего осознать нельзя. Если бы человек смог представить себе, так сказать, в натуре, что он живет в галактике, которая постоянно расширяется, и живет на планете, которая крутится, если бы он смог это увидеть внутренним взором, его бы представление о мире изменилось бы, и человек не смог жить в той системе координат,
в которой он сейчас находится. И если это можно провернуть в галактике, то это же самое можно и провернуть и со смертью. Когда человек умирает, вместе с ним исчезает все. Все, что было с ним. Все, что делало его человек. А это значит, что он пришел в принципиально иное состояние. Какое, мы не знаем, но пришел, но пришел. И бояться этого не нужно, в силу того, что это естественно. Смерть – это естественно. Это так же естественно, как дождь, как снег и так далее. И бояться того, что естественно, не стоит, не стоит. Ну, естественно это или нет, можно поспорить, а вот с осознанием того, что человек не может понять, что такое смерть, вряд ли можно подвергать сомнению. Если говорить о мышлении образа, об образном мышлении, то можно привести такой пример. Вот попробуйте представить пустоту. Вот, просто пустота. Да? Вот просто пустота. Попробуйте представить пустоту. Наверное, вы скажете, что пустота это полное ничто. Это темнота. Это вакуум. Это что-то еще. И, наверное, пустота для вас будет означать что-то негативное. Наверное, пустота будет означать для вас что-то плохое. Так вот, вы не образно мыслите, когда говорите подобные вещи. Вы мыслите более предметно. Мастер образного мышления, адепт образного мышления, невозможно представить пустоту. Потому что это в принципе то, что представить нельзя. Представить можно то, что есть. А полное ничто просто представить невозможно. Потому что это входит в противоречие с материальным миром. Полное ничто это не материальный мир. Это другой мир. Какой другой, мы не знаем. Но это мир нематериальных вещей, не того, что существует в нашем привычном восприятии, в нашей привычной системе координат. И потому полное ничто нельзя представить, о нем нельзя говорить, о нем нельзя думать, потому что этого ничего нет, а мы не можем представить себе то, чего нет. И этого нельзя бояться, потому что мы не знаем, что это. Вот и смерть так. Мы не знаем, что это. Да, мы пытаемся как-то ее представить. Да, мы пытаемся понять, что это. Мы пытаемся как-то изучать ее. Но это невозможно. Это невозможно. Даже те люди, которые оказывались в состоянии клинической смерти, видели то, что диктует им их подсознание. Как правило, это первичный образ продиктованные религиозными, мистическими взглядами, но не более того. Если это так, то есть если это действительно все верно, то даже те, кто были в состоянии клинической смерти, не могут утверждать, что то, что они видели, является правдой. Потому что это не их, так сказать, плод воображения, а это то, что им было навязано уже. И отсюда следует вывод, что даже те, кто были за гранью жизни, видели лишь то, что диктовало их жизнь. Значит, они не видели истины. Значит, они не видели того, что было действительно. И значит, действительно можно увидеть лишь то, и тогда, когда человек совсем полностью уйдет за грань жизни. А пока мы здесь, не нужно думать о смерти.
Да ты боишься смерти, умирает много раз. Для того, чтобы бояться смерти, вы стараетесь как можно активнее, как можно полнее, богаче, как можно всеобъемлюще просить свою жизнь. И вместо того, чтобы бояться смерти, а если бояться смерти, можно умереть много раз, лучше умереть один раз. А так и будет статус. Нельзя умереть дважды. Так вот. Любой человек каждый умрет однажды. И ваш выбор. Вы будете бояться смерти и портить свою жизнь. Вы будете умирать много раз, потому что страх. Каждый раз, когда вы испытываете страх, это и есть, по сути, маленькая смерть, потому что очень сильный удар по нервам. Или вы можете не бояться смерти, понимая, что все равно умрете рано или поздно, и когда это случится, тогда это случится. Решать вам. В любом случае, я надеюсь, свою мысль я передал. Далее вы пишете про свой вес, про то, что вы... Не можете, стесняетесь сейчас ходить, не хотите там, заниматься спортом, потому что это привело к определенным негативным последствиям. Давайте подумаем вот о чем. Вы здесь пишете, что люди занимаются спортом без фанатизма, и вам главное, что у них получится. А почему бы вам не заниматься спортом без фанатизма? Представьте, как избежать фанатизма. Составить план. Просто составьте программу того, что вы делаете. Составьте программу дней, когда вы на диете, дней разгрузочных, дней наоборот загрузочных, когда вы можете позволить себе кушать то, что хотите. В этом нет ничего плохого. Если вы примете правильную позицию относительно питания, то все у вас будет хорошо. Собственно говоря, ваш основной страх это то, что вы боитесь, что вам скажут, что вы, ну, что вы поправили. В действительности это будет верх человеческой нетактичности, верх человеческой грубости сказать так женщине. Поэтому никто никогда вам так не скажет. Напротив, худоба, худоба болезненная, худоба опасна, вызывает подозрение у людей, вызывает желание помочь. А когда человек, в общем-то, обладает нормальной фигурой, все понимают, что человек здоров, человек живет полной жизнью, ни в чем себе не отказывает. И это показатель, на самом деле, успешности. Это показатель человеческой стабильности. Это показатель определенности и так далее. Но по большому счету, всем все равно, как вы выглядите и какой у вас вес. У людей, еще раз, свои проблемы. У людей, еще раз, свои беды. И если кто-то может говорить вам, что вы толстые, так это не потому, что вы действительно толстые, а потому, что человеку нужно за счет вас самоутвердиться. Мы об этом с вами уже говорили. Другое дело, что вы боитесь, что у других получится похудеть, удержать вес без жертв, а у вас нет. Вы знаете, то, что вы... Ну, ошибались при наборе веса, то есть при сбросе веса, прошу прощения, это говорит о вашей неопытности. То есть вы были неопытны, вы никому не говорили, вы делали это тайно. И полагаю, что ваше желание сбросить вес не было как-то научно обострелено. Ведь люди понимают, что сбросить вес это целая программа. Не просто взять и перестать есть, а именно целая программа.
Когда человек перестает есть, он не перестает обеспечивать себе необходимые витамины, минералы, белки, жиры и углеводы. Все это человек получает. Только получает он это, ну, собственно говоря, другими путями и в другой форме. Как правило, человек, который ведет спортивное питание, а именно спортивное питание самое здоровое, он ест очень часто, раз в 5 или 6 в день и по чуть-чуть. Вы так ели? Вряд ли. И вам нужно для себя решить, вы хотите похудеть сейчас или нет. Но если вы хотите похудеть, то для чего вы хотите похудеть? Для себя или для кого-то, для других? И если для себя, то сделайте это правильно, так как это нужно, так как это действительно делается, без вреда своему организму, предварительно подобрав у диетолога подходящую именно вам программу. А есть специальные люди, которые подберут вам эту программу. И вот ее и придерживайтесь. И все у вас будет хорошо. Все у вас будет прекрасно. Так же, как те люди, которых вы ставите в пример, вы похудеете легко и без вреда здоровью, и не будете никому ничего стесняться. Но опять-таки, вы можете сколь угодно худеть, вы можете сколь угодно работать над собой, но комплексы внутри вас, они останутся. Вам себя нужно принимать любовь. И думается мне, что когда вы говорите о своем весе, когда вы говорите, что вы хотели бы быть более худой, это также ваша попытка следовать чужому мнению, чужой моде, чужим взглядам на то, какой должна быть женщина. На самом деле у каждого человека есть свой оптимальный рост и свой оптимальный вес. Так вот, оптимальный вес — это тот вес, который естественен, и он у каждого свой. И это далеко не тот вес, который принят считать идеальным в моде. Это тот вес, с которым вам комфортно, с которым вы не чувствуете себя тяжелой, с которым вы чувствуете свободу движения, свободу в поведении, с которым вы чувствуете себя легко, с которым вы можете делать все, что хотите, и у вас нет проблем с дыханием. Вот это тот вес, который вам подходит. И не важно, как вы при этом выглядите, не важно, сколько у вас килограмм, важно то, как вы себя ощущаете. Это о первом месте. И если вам с собой хорошо, если дискомфорта у вас нет, то все в порядке. Все хорошо. А все остальное — это то самое важное стремление соответствовать мнению других, как это происходит с работой, как это происходит со своей жизнью и даже с дочерью. Не нужно так не сделать. Самостоятельно определите для себя, какой у вас идеал женской красоты. Какой вы хотите быть для себя, какой вы видите себя, какой ваш образ себя. И вот ему старайтесь соответствовать, при этом принимая себя такой, какая вы есть, и не стесняясь, потому что стеснение — это не принять себя самой, а не принятие себя самой означает, что вас не примут другие люди тоже. Вот так можно ответить на то, что вы написали. Надеюсь, что я вам помог. А в заключение мне хочется сказать вам так, что ваш стыд, вам стыдно, вам
страшно не работать. Там это так хотят другие люди. Вам стыдно, вам страшно быть не такой худой, как хотят вас видеть другие люди. И отсюда у вас можно заметить стремление, такое подсознательное стремление к тому, чтобы вас все-таки замечали. То есть вы нуждаетесь во мнении других людей, вы нуждаетесь во внимании других людей. И вообще говоря, в этом нет ничего плохого, в том, чтобы быть в центре внимания на других людей. Но нужно это делать не тем, что соответствовать их желаниям, их требованиям, а нужно это делать через продвижение собственных целей, собственных стремлений, так, чтобы люди восхищались вами тем, что вы продвигаете свои идеи и вы являетесь той, кем вы являетесь, независимо от мнения других. Людей всегда привлекают люди независимо от чужого мнения. Людей всегда привлекают люди самостоятельные, люди целеустремленные, независящие от чего бы то ни было мнения, от чьих бы то ни было советов и так далее. Людей всегда привлекают самодостаточные, полные личности, которые способны сами определить свою цель и свой вектор движения. И если вы хотите все-таки внимания, если вы хотите быть достойны, то вам нужно обладать этими чертами, этими качествами. А это невозможно без осознания своих собственных целей, своих собственных идеалов, без осознания своих положительных сторон, своих негативных сторон, слабых сторон, чтобы уметь обращать их во благо, на конструктив, чтобы уметь ими пользоваться, и без понимания того, на что вы способны. Без понимания того, чем вы можете заниматься. Без понимания того, что может принести вам радость, удовлетворение. Мнение других людей этого вам не принесет. Абсолютно никакого. Только наоборот, еще больше усугубят ваше положение. А главное, в конце вы поймете, что людям-то на вас по большей части все равно. А вы получите только пустоту. Потому что гонитесь за призраком. Потому что чужое мнение — это и есть призрак, мираж. Знаете, как в пустыне человек, который испытывает жажду, видит оазис. Вот это то же самое. Попытка соответствовать чужому мнению есть погоня за миражом. Ты гонишься, гонишься, бежишь, бежишь, думаешь, вот сейчас я догоню, и все будет хорошо. Вроде бы догоняешь, и пустота. Потому что мнение людей, оценка людей от того, что ты следуешь их мнению, не меняется. Вспомните дрессировщиков животных. Очень, знаете, показательно в этом отношении. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Постарался ответить на все проблемные моменты, которые вы описали в вашем тексте. Надеюсь, вы полезного для себя найдете что-то в моем ответе. Всего вам доброго и пишите, если возникнут какие-то еще вопросы, проблемы и так далее.